have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Rain World. Просыпайся, дружище. Так, нам надо где-то пожрать. А, что у нас? Или тут карту в этой локации нельзя карту вызвать? Цикл 5, промышленный комплекс. Уи! Отдайте мне копье. Ладно, сейчас я немножечко вспомню, как играть. О, ты кто такой? А я не хочу, спасибо, мне и так нормально. Отпусти! А я что-то могу с этим сделать или нет? Я пытаюсь вырваться. А, игра окончена, спасибо. Минуточку. Мне что, теперь цикл сбросили из-за этого? Так нельзя. Вы чё? А что я должен был с ним сделать? Так, а... Нет, это бросить. Сожрали цветок. Нет, запрыгни, дружище. Ну, камень я взял? Взял. Теперь его тут нету. Жрачка. Съели. Ну, я сейчас тут буду туда жрать и спать. Если я поймаю кого-то. Это выкинул. Ладно. Эти шипы, они мне наносят урон? Не наносят? Жри. Нормально все. Можно валить обратно. Энергию получили, можно идти... Идти можно, говорю, мутировать! К такому же меня не готовила. Погоди, я ж забирался наверх. А, вот так вот можно. Все, спим. Это я сейчас себе, получается, верну тот цикл, который у меня был, или как-то все? Да, это я возвращаю себе тот цикл, который у меня был. То есть мне стоит один раз подохнуть, у меня... А, и он все равно тут добавляет лишнюю точечку. Окей. По крайней мере, этот прогресс интерес. Ну, по крайней мере, насколько я это понял. Так, ребятки, извините, маленькая заминочка была. Пришлось выйти из игры, но я сейчас загружаюсь, так понимаю, уже после того момента, как меня убили, как я опять пожрал, поэтому... Опа-па, там было что-то, что можно подхватить. Стой, тут болтик, кирпичик. Опа, возьму с собой. Не знаю, как мне это поможет. Я так понимаю, что все-таки какое-нибудь копье было бы предпочтительнее.
Мне вниз, мне вверх. А почему? А почему мне вниз? Игра показывает, что мне вниз надо. Я бы на самом деле пошел бы наверх, пожрал бы, если там будет возможность. Смотрите на это фиолетовое говно. В общем, птичек тут уже нету. Я не буду его триггерить, я лучше потихонечку свалю. Вон, фрукты можно пожевать. Супер. Говорит туда. Ну, пойдем туда, ладно. У нас... извиняюсь. У нас полный желудок. Я бы на самом деле лучше бы пошел бы куда-то поспал. Вон там еще тоже фрукты есть. Оп. Я думал, я сдох нафиг. Но нет. А мне туда? Ну тут фигня. Я не хочу к фигне. Он говорит, что мне туда надо, но... Но я туда не пройду никак. Блин, вы нафиг издеваетесь. Они не вылезут, кстати. До свидания. Наша встреча была ошибкой. Я пойду еще посплю. Лезь. Оп. Лезь. Стой, а я туда вообще иду? Я ошибся этажом. Говорит, что мне сюда. Ну, давайте посмотрим. Давай. Обходим, получается, по кругу. Я не хочу туда, дружище. Блин. Там эти придурки, я не хочу к ним идти. О, смотри, смотри, смотри. Оп. До свидания. Не сюда или сюда? Так, сохранение, что ли, прошло? Мне в верхнюю или в нижнюю? Подожди. Давайте верхнюю попробуем. Меня тут еще не было. Блин. Так, наверх. Офигеть, а ты кто такой вообще?
Я подобрал еще какую-то фигню. Сюда. Они дерутся, кстати. Стойте, а это край карты? Нет. Копье. Тут опять же вон сколько хавчика есть. Нет, ребят, мне надо было поспать пойти. А теперь я не знаю, где мне идти спать, потому что... Блин, там фигня вылезла. Хрена себе, тут большая территория. Так, ну-ка, а вниз что? А, это вот это. Я понял. О! До свидания. Наша встреча была ошибкой. Ёлки-палки. Залезь. Опа! Запрыгиваем. Офигенно! А как? А как? Подожди! А как я должен был это... Игра, так нельзя! А как я это должен был узнать? То есть я вылез прямо на него, ну серьезно, там же ни индикации, ничего не было. Вы чё? Карта у меня осталась сохранена? Угу. Относительно. То есть то, что я сейчас точно знаю, оно у меня подсвечено... То, что было после смерти, оно не подсвечено. Так, ладно, я пошел. Я пошел сюда. Разминулись, как в море корабли просто. Все, пора жрать. Ты, блин, акробат фигов. Хавай. Сейчас фиг поймаешь. Есть, съели, все. Пошли спать. Надо было, в общем, не выеживаться, а сразу же пожрал, поспать, пожрал, поспать. О, мышки. Сейчас надо восстановить себе свой же цикл, который у меня был. Так, это два раза за серию меня уже скушали. Прикольно, прикольно. Но эта спячка каждый раз так долго происходит. Ну, как бы ладно, это не проблема. Ой, ему снится, смотри.
просто нажать дальше нельзя, обязательно надо выбрать. Вот эта фишка, она вроде предназначена под геймпад, но ведет себя, как будто ты должен управлять... Попасть в спячку можно недостаточно в уровне сытности. А, однако игра не сохранится. Не-не-не, мне в принципе нормально. Есть и другие серьезные недостатки. Хотя есть убежище, удерживайте вниз. Несколько секунд, чтобы попасть в спячку. Да, я понимаю, мне как бы убежище надо искать при этом. А, это он вспоминает сейчас карту, прикинь. То есть наверху еды уже нету, я понял. Она каждый раз в разных местах, потому что интересно, сколько времени он проводит в спячке. Вот в чем прикол. Мне все-таки вниз. Там вон фрукты висят, но я не уверен, как к ним добраться. Сейчас оно мне внизу показывало, например, что внизу монстры и всякое такое. Да, это я видел. Все, пожрали. Я хочу теперь еще раз... Стой, так вверх, вот так. В принципе, там. Оп. Ну-ка, где мы? Нам, чтобы до убежища, это гораздо выше. Но в любом случае, на этом уровне нам тоже надо выше. Ну, он показывает, что вниз. Да, кстати, я не понимаю еще такую фишку, на основании чего он мне показывает. То есть, идти за этим чувачком, который мне говорит тебе туда. Но на основании... Ух ты ж, ё-моё, здравствуйте. А можно мы с вами не будем разговаривать? Мне нормально. Блин, не лезь ко мне. Ну, приходится драпать от него. О! А я там вверху пролезу или нет, интересно? Да, за что? Да, но мне показывало, что оно там, но я не думал, что оно на меня прыгнет. Но опять же, блин, да, надо... Он меня просто отнес. Ладно, ребят, сейчас вернемся, погодите. Я думал, я сейчас похаваю, восстановлюсь, но мне даже похавать не получилось, потому что теперь там нету... О, здравствуйте, до свидания. Пока. А! Офигеть. Я испугался. А, птичка-то там даже не было теперь наверху. Я теперь даже не знаю, где мне похавать. Ну, смотрите, можем. Давайте сюда теперь сходим. Я какую-то фигню съел? Зачем?
А, да, это сюда эта штука. Я понял. Давайте попробуем поверху пролезть, если получится. Вон туда. Я что-то подобрал, короче, два вот этих шарика, не шарика. Один сожрал, а второй... Я в руках. Так, тут есть птицы. И тут есть гадость синяя. Две. Три? А в смысле, а как оно переползает, вы мне не скажете? РСТ. А я живой? Ой, я живой. Меня сбивает потоком, так я понимаю? Так. Уйди. Чего, блин? Тут можно шпаркурить? Это вроде получалось. А, они решили свалить, не свалить. Короче, ладно. Они не могут туда пока что проникнуть. Хотя именно сейчас, когда я вылезу, они сюда проникнут. Нет, 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 нет. Уйди от меня. Так, ладно, это... Я не могу ее съесть, но я могу ее схватить, прикиньте. А, ого! Оно развонялось. Так, а где я вообще? Угу. Ага. Птичка. Ешь. Супер. И куда нам? А я отсюда только так могу попасть. Блин, зеленое говно пришло. Ешь. Ёлки! Нет, 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 нет! Уйди! Находясь в убежище, я не могу посмотреть карту. Кстати, это немножко печально. Вот цветочек. Кстати, что мне дают цветочек? Вы же не скажете, что он мне максимально повышает уровень сразу же. Так, там есть птички на этот раз. Можно смотаться. Типа, да, я открыл новые территории, и тут, и там пооткрывал всяких новых существ. А, тут кроме птички есть еще и фекалоид. Он тоже пришел, видимо, пожрать. Так он сейчас еще и мной пообедает, если что. А, нормально, мы доели.
Все, до свидания, я пошел прокачаюсь. Удобно, когда есть рядышком совсем. По-моему, копье освободилось. Ну-ка. Хорошо. Ну, я же говорю, что я понимаю, что мы открыли новую территорию, видели новых мобов, но у меня все равно такое стойкое ощущение, что мы стоим на месте, потому что, ну, из-за того, сколько раз нас сожрали, мы не двигаемся дальше. И большая часть времени... Не знаю, как-то оно неэффективно, что ли, потому что вот тебя сожрали, вот тебе надо... вернуть свои хотя бы очки, которые у тебя есть. Вот ты куда-то попытался идти, тебя опять сожрали. Красиво. О, там опять... О, я могу дважды там же сейчас поохотиться, чтобы опять дважды прокачаться. Там... Залезь. Что не так? Допрыгни, пожалуйста. Спасибо. Будь добр. И на этот раз даже без фекалоида. Ну хорошо. Ешь. Хорошо, еще одного. Пойдем возвращать потерянную экспу. Понимаете, путей для исследования очень много. Исследовать здесь в этой игре тоже очень интересно. Мне нравится. Вот. Но вот эта фишка, что у тебя куча врагов, которым ты практически ничего не можешь сделать. Не то, чтобы у тебя прям была возможность сопротивляться, а зачастую они... Ну, спи. Говорят, в этом нажми вниз, чтобы уснуть. Спи. О, сработало. Вот. Минуточку, переход. И что будет? Быстрое перемещение к любому открытому убежищу. О, похоже, я что-то полезное прокачал. Я выживший. Прикольно. Так, у меня... Я теперь ТПшиться могу, да? Промышленный комплекс. А, индустриальный комплекс и окраина. Ну, давайте. В смысле, чтобы начать? Погодите, я... А почему, чтобы... Я какой-то новый цикл? Погодите, я типа прошел за того, теперь начал за этого? Ладно, напишите мне в комментах, потому что вот здесь я реально провафлил немножечко, что вообще происходит. При этом карта, да, карта у меня осталась открытая. А как ТП-шиться между убежищами тогда? Погодите, я хочу это попробовать. Не хватает еды. Ладно, давайте... Я не хочу, я знаю, да, мне говорили, что можно без еды, но я не хочу так. Я сейчас где-нибудь еды наберу себе, если меня не сожрут самого, то я попробую потом ТП-шнуться. Или куда-то переместиться. Так, все эти места мы уже...
видели, естественно, это мы уже проходили в первой серии. По идее, уже этого надо бы заканчивать, ну ладно. О, наверное, там цветочек будет или что, или мне показалось? Возьми какую-то детальку с собой. Мне бы пока на самом деле разобраться с... О, тут можно пожрать. Мне бы разобраться с целью, наверное, этой игры, что она от меня хочет. Потому что, ну, есть указатели, иди туда, иди сюда, но эти указатели... Не надо! Идите отсюда! А, там еще фиолетовое говно приехало! О, тут фрукты есть, давай. Блин, оно за мной идет. Уйди. Блин. Мне бы какой-нибудь двойной прыжок, что ли бы. А мне туда? Как офигенно. Я тут не пройду. Залезь. Давайте-ка вниз, наверное, раз мы пожрали. Где у нас там убежище было? Ага, сюда. Интересно, если я усну с вот этой вот кракозяброй в руках, оно останется у меня в руках? Наверное, нет, скорее всего. Ну, ладно, давайте в убежище. Во-первых, что прокачаемся, а во-вторых... А почему я не могу уснуть? А, нельзя, чтобы в руках что-то было, так что ли? И куда меня теперь качнет? Серьезно, к страннику? Там много надо качаться. Хорошо, я тогда в принципе понял. Мне нужно потихонечку прожирать себе путь, как говорится, к жизни. Я когда-нибудь стану каким-нибудь восьмируким мутантом, изрыгающим огонь из глаз? Ладно, в общем, все, ребятки, будем пока что заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.